Древние цепи. Хорошо, что они не проржавели. Видимо, хорошее масло было. Подиматюль какой-нибудь. Приветствую вас, друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Бога Войны! И сейчас мы будем вскрывать тайные комнаты! Ха-ха-ха! Как долго мы этого ждали! И вот, наконец-таки, здесь ворон. Где-то рядом ворон, ублюдок, летает. Скотина такая. Найти и уничтожить. Тут зараза где-то. Я слышал тебя. Да, вот он. Пересел. Ха! 28-й. Отсюда уже можно, в принципе, телепортироваться. Что нам скажет карта? Я карта. Да заткнись! 83% всего лишь? Ворон один остался, как минимум. То есть стоит еще вернуться потом туда и осмотреть все. Ладно, это уже потом как-нибудь. А сейчас мы движемся вперед. К оставленным интересным местам. Их было много. И они ждут своего часа. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Мертв! Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель-змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Ха-ха! Конечно, поисследуем. Мудер и малец. Значит, Тюр мертв, да. Я думал, это наш союзник будет. Может, его как-то оживим еще? Или ошибались насчет его смерти? Почему самые лучшие умирают первыми? Всякие Торы, Одины живы до сих пор. Это мы исправим. Нам же дух задания дал, помните? Давайте исполним его. Ну, и заодно полутаем тайные комнаты, если по пути будут попадаться. Скрестили весла перед нами. Ну, а как? Но мы еще не умеем читать руны какого-то места. Нифельхейма. Это тут ублюдки, ты посмотри. Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Ох, рычат. А, это вот там было, кстати. Ну ладно, тогда вот сюда поплыли. Налево сейчас. Тут пройдем. Сопелька. Люблю. Нравится. Восстановление на 2. Кто там такой крикливый? Не дракон ли? Или это Йормунганд? Не, по-моему, кто-то другой все-таки. Нет, драконов вроде 3 всего тут было. Мы уже со всеми познакомились.
Вот здесь. Руины древних. Мы тут упокоили древнего, кстати, помните? Славная битва была. Ох. Рука. Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Ну, один призрак, в принципе, нас обманул. Ничего страшного. Задание выполнили. Награду получили. А мальчик пока такой еще наивный, в нем столько добра. А Кратос уже повидал дерьма. Ничему не доверяет, ни на что не надеется. Только на свой топор и кулак. Но иногда на стрелы Атрея. Неужели в этом будет месте лежать, которое я отмечал тогда, помните? Но не совсем рядом. Голова. Череп. Что же это за отметка? Костя Гульвейк. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я... Наверное, я... Просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю. Я... Тебе не понять. Как и тебе. Нам всем не понять. Мы заранее всех поубивали. Теперь просто собираем кости. Ты что бы сказал? Ничего. Ничего? Все уже было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип. Как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотел ей об этом рассказать. Да, знатная история получилась бы. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке. Чтобы не переживала. Атрей, Я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. А здесь мы, возможно, еще не были. И будут враги. А, это здесь дракон тогда был. Фафнир. Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Но почему кости Гульвейк разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. Как непросто в Вальхаллу попасть. Куча условий. Так, а если погибнешь в бою и тебя разорвет? Не считается? Надо, чтоб аккуратно убили. Атакуй!
скотина! Живой до сих пор? Нифига себе. Вот это тоже. Я готов. Они довольно живучие, кстати. Хорошо, да? Ты стал лучше. Мы все стали лучше. Обугленный прямо череп. Тогда это не видно было. Мы собрали останки твоей женщины-призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик вновь цела. Встань, милая Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Так это какая-нибудь колдунья сейчас будет, злая. Эвни укорбитясть. Она выполнит нашу просьбу. Эльдифагна. Она не вельва? И даст нам... звездюлей. Ладно, это вельва. Зараза. Ты смотри, позволила как ударить. Пусти! Мальчика, хвати! Хорошо, продолжай. Я готов. Так, а вот этот удар я хотел сделать. Во, красота. С кулака все-таки. Давай, скажи, я же говорил. Я же говорил. Хорош. Ты глупый мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. Эх, бестиарий теперь искать надо. Ничего нового не вижу. Две вельвы. Все старое. Эх, ладно. По мнению разработчиков, надо прерывать диалог, разрывать его. Они, видимо, считают свои диалоги не очень интересными. Потому что во время диалога подсказку выпихивают. А если ты не нажмешь во время диалога, потом хрен найдешь это в кодексе. Да, это самый бесячий момент во всей игре. Причем, что интересно, броня, навыки, если новые, подсвечиваются. Хотя это не так важно. А кодекс, где это невероятно важно, не подсвечивается. Может, это баг какой-то, я не знаю. До того странный момент. А, вот так собирать можно, кстати. То есть он был служителем этой вельвы. Она похитила его разум. Он был ее рабом, подкаблучником. Но опыт мы заработали, славная битва была. Гуляли вельву. Так, вот, в предгорье есть сокрытый чертог Одина. Плывем же туда. Так, я точно что-то видел. Я тоже видел. Фрея же говорила, что башня Йотунхейма пропала с озера. Но, может, не совсем? В самом деле, странно. Мистика. А, здесь тоже есть всякие двери интересные. Сейчас посмотрим. Прямо в этом мосту. Сокровищница Тюра за магическим замком. А, нам сюда и надо. Понятно. Да ладно, погодите.
Блин, какая же концентрация интересности в этой игре. Вход в сокровищницу Тюра в самом низу этой лестницы. Дай знать, когда решишь отправиться за черной руной. Окей. Со змеем больше говорить нельзя. Диалог исчерпан. Блин, как же красиво. Да, эта игра одна из самых моих любимых. Свое место в душе она явно займет навсегда. Это мы пока не умеем, да, читать? Что это значит? Ладно. Али, умеем. Я могу прочесть. А, мы умеем. Тут сказано, что в Муспельхейме находится вызов Сурта. Так называются эти испытания. А, теперь ясно. Кто бы еще стал упражняться в таком месте, как Муспельхейм? Или это руны Муспельхейма? А, вот эти не можем. Я не могу прочитать. Понятно, я их отличаю, кстати, смотрите. Они разные. Ну, как знаете, иероглифы корейские, китайские. Ты не понимаешь, что написано, но понимаешь отличие. Корейские там круглые какие-то штучки есть. А китайские немножко другие. Японские тоже. Но сильнее всего, по-моему, корейские отличаются. Это обалденная система, когда нам надо возвращаться в старые локации. Другие скажут, о, использование одного и того же, а я, наоборот, вот это люблю. Когда это все очень грамотно сделано, и локации очень красивые, с хорошим левел-дизайном, то это кайф. Заново пройти, открыть что-то новое. Решить загадку, которая давно висела. Посмотрите, мы наконец-таки возьмем это здоровье. Долго оно ждало тут. А, мы до сих пор колючки еще не можем. Нет, я не это хотел. Зараза. Вот что значит, не вернул топор. Удар, кстати, крутой этот. То есть, когда у нас нет топора, прицеливаемся и сильный удар делаем. Классно, да? Это здесь. Давно же ждут нас эти врата. И там будет еще одна валькирия. Красиво, зараза. А, я камень воскрешения опять не купил, блин. Ладно, справимся. Вижу, вижу, вот, вот тут, вот. Два всего, а там три было. Может, та валькирия сильнее была? Вторая тайная комната. Ворон? Звук был. Да, слышите? Собака. Пока что все так же. Ну, это не круто, что одинаковый дизайн. Жизни не все. Ну, восстановим сейчас. Кошелечек. Гравированная эмблема хитрости. Звук ворона, по-моему. Где-то собака спрятался. Вот здесь вот. Вот! По звуку можно определить. Иди-ка ко мне. Отлично.
А, ну немножко отличается. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение. Я всегда готов. Ей дрифюль! Ишь ты какая! Тварь! И что вытворяет? Скотина! Она на эльфов похожа! Прошел удар, но ей посрать. Ладно, ярость, давай. Камушек. Ушла? Надо отскакивать, видимо, вовремя. Пока нет. А, топора нету. Ухо наядреное. Это посильнее, наверное. Еще разок попробую и отступлю. Если не получится, оставим ее на потом. Не стоит слишком мучиться прямо. Вот так вот надо. Эх, ты не успел. Ох, чё вытворяет! Вот, получилось! Получай, скотина! Еще раз получилось! Вот, надо ловить её вот так вот! Какая тварь! Ярость! Жизнь! Да тварь такая ты! Я прикрою! Ну давай, собака! Я отскакивал, но, видимо, чуть раньше времени. Не, слишком сложное. Ладно, оставим. Это даже хорошо. Будем помнить и знать, что у нас есть такой враг опасный. Погоди, Валькирия. Доберусь и до тебя тоже. Рог! Здоровый какой! Кто же в него трубил? Ой, ты великий муж! А это что за комната такая? Кто-то нарубил серебра сюда. Ну, ничего больше особенного нет в этой комнате. Ладно, пойдем отсюда. Посмотрели и хватит. Подивились. Чуду. Жизни все. Также без вариантов. Наверное, так и будет всегда. Хотя, может, в конце в самом разрешат? Лавка Брока. Мимир, ты знаешь, почему в Мидгарде не осталось великанов? Ну, не считая змея из будущего. В отличие от Одина, великаны мне своих тайн не поверяли, но одно могу сказать наверняка. Если бы большую часть своих 60 зим я наблюдал, как лучших из моего народа забивает треклятый молот Тора, я бы тоже отправился домой зализывать раны. А жаль, великаны мне всегда так нравились. Так вот зачем разрушили мосты в Йотунхейм, чтобы по ним не прошли асы. Поэтому в озере нет башни. Совпадение? Не думаю.
Так думаешь, в Йотунхейме мы найдем великанов? Все возможно. Получается, Тор самый главный злодей. Бегство йотунов. Великаны покинули Мидгард, спасаясь от гнева Тора. Скорее всего, они сами разрушили за собой мосты. Но как они заставили исчезнуть башню Йотунхейма в озере? Мне кажется, это не гнев Тора был, а он просто постоянно такой. Ему хочется воевать, убивать. Это не гнев. Это его жизнедеятельность. Так, камень, восстановление, оживление. Обязательно купить. Эй, говорят, кто-то завалил горлопана Магни. Ты случаем ничего об этом не знаешь? А это хорошо или плохо? Ну, когда его папаша узнает, тебе будет плохо. А уж мне-то хорошо. Меньше асов, чище воздух. Так что следующий заказ от меня в подарок. О, как? Правда? Нет. Брок хорош. Актер молодец, озвучил просто прекрасно. Голос ложится идеально. В принципе, тут на всех ложится. Тут не так много, на самом деле, диалогов, если сравнить с другими играми. Но сделано круто. А, у нас перчатки Тюра, кстати. Но подношение тут уже не требуется для последнего улучшения. Обидно. Подношения теперь нужны только для создания. Пояс утраченного единства Тюра. Но у нас уже получше есть. И смысл в этих подношениях. Ну, кстати, воинский пояс спутника не так уж и хорош. Способностей-то никаких нету, кроме самих характеристик. Но вот тут, например, стихийный щит слева. Повышение сопротивления холоду, огню и яду на 33%. Камни воскрешения. Превосходный камень. Ух, не забывать бы его покупать. Очень редко бывают потерянные предметы здесь. Все я собираю. Один раз только. До встречи где-нибудь. Ага, к эльфам отправимся, может быть. Посмотрим тамошнюю валькирию. Мы как раз парня хотели на юг свозить, теплые края. Там места красивые, знатные. Альфхейм. Почему он так хочет найти путь в Йотунхейм? Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Каких бед? А, как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. Один и йотуны. Интересы Одина в Йотунхейме. Он боится участия великанов в Рагнарёке и хочет раздобыть их пророчество. Великаны искусны в прорицании? Надо спросить Мимира, почему они называют Одина владыкой повешенных? Много кого повесил. Но вообще повешение это не лучшая считается смерть. В Вальгалу явно не попадают. По идее, это души неудачники. Эх ты ж смотри! Вы бесконечно тут будете? А где он? Сынок-то! Ах ты, зажал, там не так. Давай ясть. Хотя стоило покопить. Тут я не прав. Ах, скотина. Вот так вот. Мы справились. Блин, сбил ярость, это была ошибка.
но уповать только на одну ярость тоже неправильно. Если мы готовы к этой битве, мы должны и так победить. Вот. Тоже две дырки. Третья открытая комната. Там через верх можно было попасть, кстати. Доски уже провалились. Как минимум саркофаги мы открываем. Нам надо найти закаленную сталь, вот тогда мы сильно прокачаемся. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже, если это имеет значение. Попробуем. Ольрун. А какой уровень, интересно? Скотина! Хорошо, пошло! Это она перьями своими стреляет, что ли? Где ты, тварь? Какая быстрая тварь! Но я быстрее, иногда. Тварь! Очень резвая, очень. Можно победить. Может быть, стоит отступить? Это тварь. Уже иду. Супер быстрая. Блин. Да тварь, какая она быстрая. Она была в другом конце комнаты. Давай, теперь я готов. Да блин, шалава! Тварь какая! Да вообще невозможно! Ее атаки просто знать надо. Это босс на задрочку. Это босс, которого сразу, ну, почти нереально пройти. Надо изучать атаки знать. Исцели себя. Конечно, выстрелю сейчас исцелением. Ладно, слишком сложный этот враг. Давайте пока отойдем. Это, пожалуй, сложнее всех вообще, безумное. Но, если честно, она телепортируется на меня. Если бы она реально так могла, то, по идее, шансов бы не было. А тут, получается, она в поддавки играет. То, как мышка стоит, то, как лев атакует. То есть, я бы ее не мог ударить, она телепортируется куда угодно. Она в любой момент, раз мне за спину, сзади ударила, за спину, там она бы летала. Она, нет. Вот сейчас я стою, просто бей меня. А сейчас я без вариантов тебя бью, ну... Не, ну понятно, да, в играх такое, тут ничего не поделаешь, это уже норма для игр подобных. Нельзя вдумываться. Но если бы она так могла вот эти удары делать, то у меня не было бы шансов. Вернемся в лучшие времена. Надо прокачаться до следующего уровня. Валькирия, это, видимо, самое сложное испытание. Ну, одну я победил, скорее всего, она самая слабая была.
И то я с ней помучился. А, еще можно будет слетать в Муспельхейм, кстати. Так почему владыка висельников? Это прозвище — скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны. У Иисуса пока подсмотрел. Пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Ого. Тут явно из Библии что-то взяли. Повешенный бог. А Один, оказывается, 9 дней провисел мертвым на мировом древе, чтобы обрести мудрость жизни, смерти и судьбы. Воистину, он готов на все ради того, чтобы получить желаемое. Мне кажется, ему уже просто скучно, он ищет, чем бы себя развлечь. Он все уже повидал. Разве не считается, что Один уже проиграл? Судьба — штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба — очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с всеотцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках. Поперли истории всякие. Ничто не записано, ничто не истинно, да? Один уверен, что сможет победить судьбу и изменить Рагнарёк, хотя мировой змей уже сражался в нем. Отец о судьбе вообще не думает, считая ее очередной ложью богов. Да, между ними есть кое-что общее. Да я тоже так считаю, что за судьба нахрен? Что за чушь? Когда крепкие кулаки и топор в них, то никакая судьба не страшна. Мы разрубим эти нити. Эти сплетения. Всем богам назло. Давайте попробуем к ведьме сплавать сейчас. Сокровищница Тюра за магическим замком. Да, знаю. Сначала хочу попробовать к ведьме. Скорее всего нет, но интересно. Я люблю такие штуки проверять. А то буду потом думать, а вот если бы я сплавал. Ты уже знаешь сказку о Сколле и Хате, несущих день и ночь? А, да, волки-великаны. Да. Они были сыновьями проволка Фенрира, великого противника асов. Еще в детстве их поймал Один и посадил в псарню Асгарда, чтобы держать врага в узде. Когда солнце и луна взбунтовались и замерли, Один натравил на них Сколля и Хатти. С помощью древней магии он отправил волков на небо, и те начали погоню. Погоня будет долгой, но не бесконечной. Ведь предсказано, что однажды Сколь и Хатти поймают и съедят добычу. И тогда настанет Рагнарёк, сумерки богов. Но Рагнарёк погубит Одина, так ведь? Зачем же он выпустил волков, если это исполнит пророчество? Хороший вопрос, парень. Это вопрос власти. Когда начнется Рагнарёк, решать волкам, а повелевает ими Один. Если битва начнется по его команде, у него будет больше шансов. А в Assassin's Creed мы там пленили волка и сражались с ним. Это кто был? Это Фенрир был? Ну, это вообще был сын Локи. Волк. Кто помнит, как его звали? Блин, это самый долгий подъем из всех, что я помню. Жесть. Секунд, наверное, ну 20. А, тут тоже же ворота были. Вот, сейчас их попробуем. Может, тут валькирия послабее? Может, нам оставить ее в покое? Ага. Она и так больше никогда не захочет с нами говорить. А почему бы не попробовать вылечить мальчика? Попытка же не пытка, мы тут как раз. Эх, линейные игры. Пойдем к валькирии. А, еще вот эти штуки мы тоже не знаем, как использовать.
Тоже две точки. Пока только одни врата были с тремя. Жаль, мамы здесь нет. А это помещение отличается. Заваленные. Ну-ка. А ведьма знает, что под ней тут такое зарыто. Ты кости людей. О, как. Завеса. А, вот, теперь только спуск. Ну, спуски одинаковые. Тут финансирования или времени не хватило. И слишком долго мы опускаемся. Куда пойдем? Куда пойдем? Серьезно? Это ладно, если бы мы поднимались. А тут путь один только. Приехали. А, тут проходик есть. Посмотрим сразу. Рок еще один. Ну и просто серебро. Ничего ценного. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение. Знать бы ее уровень сразу. Кара! А, Кара была, кстати, помощницей нашей. Четвертый уровень врагов. Если она тоже четвертого уровня, то все нормально. Зараза. Получилось. Вроде это попроще. За дело! Ну, что там? Я думал, сейчас атаковать будет. Сзади! Собаки! Ах ты, зараза! Самонаводяшки какие-то. Да блин, как медленно он готовится. Иду. Не, тоже тяжелое. Рано нам это все. Рано. Отскакивал же. Там рано. Это славная битва. Вот это я люблю, когда много врагов. Один сильный, остальные послабее. Ладно. Надо еще учиться, готовиться. За мной, Атрей. Полетели в храм Тюра. Вот. Брат, резец? Да. А, тут три надо, видите? Непростой замок.
хранилище. Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Интерьер моста Тюра. Осмотрим его. Я там что-то вижу. Сказка. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Поломано. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм, а обо мне великаны не сделали триптиха? Триптих называют тут. Давай. Знаешь, иди сюда, я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил, да и я тебя чему-то научу. А это с другой стороны вход. Ну давай! Хотя как-то неудобно учиться у сына чтению. А если попадется чаша, а меня не будет рядом? Он безграмотный, Кратос. Атрей. Давай, говорить ты умеешь. Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Горд! Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой! Город! Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я... Запах чуешь? Да, чую. Пахнет... Дождем? Тор? Моди. Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магни нет! Меня засмеют! Но если я убью тебя, смеяться не будут! Нет! Вызывай ворона! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Эх, опять эмоции! Ты ничего не знаешь о моей маме! Это верно! Но зато я буду знать все о тебе! Ты станешь моим новым братом! Как только я убью твоего отца! Ох, какой ядреный! Вот он! И все. Ой, кажется, я его сломал. Да уж. Ярость! Узри! Назад! Хана тебе! За сына гуляю! Еще увидимся! Брат, мальчик! Атрей! Атрей! Скорее неси его к Фрейе, иначе никак! Из него огонь попер! Вот ублюдок Моди! В засаде сидел, засранец мелкий! Все равно теперь надо к Фрейе, понятно. А, камерой нельзя управлять. Вот ненавижу, когда они так делают. Сразу инвалидом себя чувствую. В лодку. Дом Фрейи недалеко. Он побелел прямо, нифига себе. А что за недуг такой у него, интересно? И на этом интереснейшем месте серия заканчивается, друзья мои. До встречи. Оставляйте комментарии.